В 19-й раз на фестивале «Виват Россия» зазвучали песни в исполнении представителей молодежных общественных объединений города и Дворца детского творчества. В этом году концерт посвятили 75-летию победы над фашизмом. Союз старшеклассников «Статус» совместно со школьниками и студентами подготовили праздничный концерт для городского совета ветеранов, солдат Саровской дивизии и организации «Дети войны». «Виват Россия» – праздник песни, в которой живет история нашей Родины, судьбы ее героев. Екатерина Шалина считает, что и в военное, и в мирное время музыка способна подарить надежду и наполнить сердце любовью к Отечеству. На фестивале школьница выступала в составе ансамбля «Лицейское братство» с песней «Соловьи». Эта песня про военные годы, когда пели «Соловьи» весной, и она придает мужество, радость, веселое настроение, готовность идти вперед. Алексей Федин около 3 лет занимается вокалом. За это время второклассник поучаствовал во многих конкурсах и фестивалях нашего региона. Большинство песен, которые он исполняет со сцены, военно-патриотические. Сейчас в основном люди считают героями каких-то супергероев, которые снимаются в голливудских фильмах. Но на самом деле нужно беречь именно историю своего города, своей страны. В столь юном возрасте мальчик осознает, что его поколение всегда должно чтить память погибших героев и отдавать дань уважения ветеранам войны. Алексей хорошо знает историю своих предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Дядя Ваня, он служил в госпитале, он был достаточно известным врачом и получил много орденов. И дядя Вася, он был военным шофером, который прожил несколько лет в концлагере, и его освободили. Каждое выступление участников отличалось чем-то особенным. Кто-то переложил на музыку стихи Марины Цветаевой, кто-то включил в номер хореографию. В конце вечера жюри подвели итоги и наградили лауреатов фестиваля грамотами и призами. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.